В Могилеве с 1 марта начался мониторинг за активностью клещей. За это время были отмечены единичные случаи укусов насекомых. Повышение температуры атмосферного воздуха в дальнейшем будет способствовать активизации переносчиков. С приходом тепла жители начинают посещать леса и парки, выезжать на отдых. Как следствие, это может послужить осложнению эпидситуации по клещевым инфекциям, возбудители которых передаются человеку в основном во время присасывания зараженного клеща. Специалисты напоминают могилевчанам, что в случае обнаружения паразита на коже удалить его можно самостоятельно, при необходимости обратиться за помощью к специалистам. Можно в домашних условиях. Единственные наши рекомендации – не делать это руками, то есть лучше сделать в перчатках. После удаления клеща руки стоит обработать, вымыть хорошенько с мылом и обратиться в организацию здравоохранения для своевременного назначения профилактического лечения. В случае проявления признаков заболевания необходимо немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства и сообщить врачу о присасывании клеща в течение последнего месяца.